Планету 13 уже увидели во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Воронеже. И вот программа добралась до Сочи. Мы сейчас первый раз выходим в качестве продюсеров. Мы привезли свое шоу, свое название. Мы собирали наши номера, можно сказать, сливки такие привезли. Большая часть московского цирка Никулина. Действительно, Никулинский цирк приехал в Сочи. На курорт московский цирк привез лучшие номера. Их исполняют молодые артисты. На арене выступает и представитель четвертого поколения династии Багдасаровых, воздушный гимнаст Ричард. Впечатляют не только полеты под куполом, но и мастерство жонглера, эквилибриста и акробатов. Наряду с ними на арене зрители увидят собак, пони и кота-экстремала. Всю программу забавными номерами развлекают клоуны. Гвоздь программы – аттракцион с полосатыми хищниками в шоу Багдасаровых. Их 7. Это бенгальские и уссурийские тигры разного возраста и нрава. Совершенно разные характеры у каждого. Кто-то более активный, кто-то более агрессивный. Ахилл, он у нас такой очень флегматичный. Он достаточно сильный зверь, достаточно опасный, но ему просто лень. У нас есть бабушка, которой в следующем году будет 20 лет. Здесь лежат две курицы. Одной 3 года, второй 5. Но независимо от возраста, все они далеко не ласковые котята, а истинные хищники, как в дикой природе. Поэтому во время шоу зрители не раз слышат грозный тигриный рык. Но Артур и Карина Багдасаровы без труда заставляют их встать на задние лапы. Этот трюк Артур Багдасаров выполняет единственный во всем мире. Кстати, сейчас дрессировщики готовят новых полосатых артистов к выходу на манеж и приглашают всех желающих посетить репетиции, которые проходят со вторника по пятницу с 2 часов дня. Ну а программа «Планета 13» на первых зрителей уже произвела большое впечатление. Мне больше всего понравились тигры, как они прыгали в огненное кольцо, и акробаты. А мне понравились клоуны и тигры. В восторге, в таком восторге. Очень интересно, очень впечатляюще. А можно я тоже скажу? Я мечтала быть в детстве дрессировщицей тигров. Вот моя мечта, может, сбудется сегодня. Я пойду хоть чуть-чуть покормлю тигра. По окончании шоу дрессировщики Багдасаровы раздают автографы и предлагают зрителям покормить тигров за кулисами. С гастролями московский цирк Никулина пробудет в Сочи до конца ноября. Ближайшие представления пройдут 4, 5 и 6 числа. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.